в любую точку Европы и СНГ. Хлеб, как известно, всему голова. Особенно, если он горячий, вкусный и относительно дешевый. А именно так оценивают многочисленные покупатели изделий мини-пекарни КЭП-400, установленной в одном из цехов производственного объединения «Саратовский агрегатный завод» по инициативе малого предприятия «Энергетик». Часто пользуетесь услугами пекарни? Ежедневно. И как вам качество хлеба? Отлично. Вкусный хлеб. Это очень удобно, потому что на территории своего завода можно взять теплый хлеб. Как вам хлебушка в этой пекарне? Мне нравится. Часто покупаете? Да, сравнительно. Уже полгода существует эта мини-пекарня, производящая 1 тонну хлеба в смену. А при ней и тоже мини-магазин, где заводчане и отовариваются горячими буханками. Причем выпекается хлеб здесь по своей оригинальной технологии и по рецепту, который держат в тайне. Отличительная особенность отечественной пекарни КЭП-400 – это небольшой штат обслуги, причем не обязательно высокопрофессиональный. Впрочем, заведующая этим маленьким производством имеет, кроме поварского, еще и высшее экономическое образование. Реализация у нас хорошая, хлеб берут. То есть все, что вы пекаете, все продается? Продаем. А перспективы? Ну, в перспективе, я думаю, мы черный хлеб еще освоим. Ну и выйдем на проектную мощность. Ну как вы считаете, вот будущее все-таки за крупными хлебокомбинатами или за такими мини-пекарнями? Я считаю, что и крупные нужны, но и мелкие не стоит сбрасывать со счетов. А что до меня, так лучше меньше, да лучше. И будущее, как мне кажется, вот за такими мини-пекарнями. Итак, тесное сотрудничество малого предприятия «Энергетик» и производственного объединения «Саратовский агрегатный завод» дало вот такой горячий, высшего сорта результат. На радость людям.